твои обещания, вся твоя красота мне приносит страдания. Я дожидаю себя. Белый вечер, белый свет. Вот уже погасли свечи, а тебя все нет. Белый остров, белый солнце свет. У меня одни вопросы, у тебя один ответ. Эй, что моя зарядка, меня совсем с ума свела. Твоя вишневая зарядка, по-моему, это прощай. А что, вы себе перестали нравиться? Конечно. Я не то, что... Нет, я себе нравилась во всех обличиях. Скажи, я и тогда хороша была. Сейчас я просто чертовски хороша. А тогда я была просто хороша. Я как никогда не была красивой, я была страшная, но жутко обаятельная. Жутко обаятельная, вот. А пошла я, потому что несоответствие отражения в зеркале и внутренности абсолютное, да. То есть я, если в зеркало не смотрю, сегодня такая... Подойдешь к зеркалу, думаешь, ну е-мое, ну что это такое вообще? Я просила, говорю, вы меня, пожалуйста, замолодите, натяните, но черты лица менять не надо. Ну он и сам как бы не сторонник вот таких радикальных. Мне косметологи спрашивали, свисток будем делать? Я говорю, нет, оставьте как есть. А самая болезненная какая была из процедур? Операция там часов 5 вышла. 40. Вот что самое тяжелое было? Какой вот период? Отходить от наркоза, видимо. Нет, кстати, сейчас наркоз от них очень легко отходят. А что тогда? Смотрите, как она называется? Я не помню, как она называется? Полчика с утра. Абдоминопластика. Это... Живот, да, Антон? Больно, да? Тут больно очень. Какие первые слова сказал вам муж, когда увидел вас в новом обличии? Ну, когда уже синяки сошли, вот это все. Когда уже красота на лицо была. Первый раз он меня увидел в скайпе. Потому что он был не дома. Забинтованный в шлеме, в кровавых бинтах. Китайский пчеловод, синие, сизые. Он сказал, ну уже прям, уже нормально. Он сказал. А почему вот вы не побоялись вообще в публичном формате это все сделать? Потому что многие звезды же, они наоборот скрывают, что они что-то сделали. Да, понимаете, я с детства считаю, что наши люди далеко не дураки. Абсолютно дураки. И что бы кто ни говорил, что типа, я вот огурцами обложилась, на утро встала вот такая. Да? Йогой занимаюсь на коврике. Ну, я не знаю, йогой, могой, чем угодно. Но это как бы смешно выглядит. Нет, ну если, понятно, сказал, да? Я просто так не умею. Потому что, ну это, ну как, ну видно же, что человек что-то сделал. Ну видно. Ну как это можно сказать? Ой, я ничего не делала. Ты меня пригласил и сказал доверчиво: милая ты моя, девочка голодная, я накормлю тебя, если ты не гордая. Я накормлю тебя, если ты не гордая. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ты рассказывал мне сказки, только я не верила тебе. Два кусочка.